Thank you so much. It's great honor for me, Your Holiness. I'm very glad to see you here. In my name and my name for my country, I would like to thank you so much for this honor you gave to me and to Lebanon. Thank you very much. Прежде всего, позвольте поблагодарить Ваше Святейшество за уделенное время. Это большая честь как для меня, так и для всего Ливана, который я представляю. لما يمثل من قيمة روحية كبيرة جدا ليس فقط في روسيا وإنما في العالم أجمع وتحديدا في بلدي لبنان. Для меня, как для официального представителя своей страны, так и в личном качестве большая гордость встретиться с вами, зная, что вы олицетворяете собой настоящий духовный символ не только в России, но и во всем мире. И в частности скажу, что именно таким символом вы являетесь для Ливана. لبنان صاحب القداسة هو البلد الوحيد الذي يتمتع يعني فيه كافة أبنائه مسيحيين ومسلمين بحقوق متساوية. Ливан является едва ли не единственной в нашем регионе страной, представители всех конфессий которой наделены равными правами. ونحن البلد الوحيد ليس فقط في العالم العربي وإنما في الشرق الأوسط الذي لدينا رئيس مسيحي. Мы также являемся чуть ли не единственной страной не только в арабском регионе, но и во всем Среднем Востоке, президент которой является христианином. Также в парламенте и в правительстве у нас обеспечено равное представительство от христиан и мусульман. Это в идафе, табан, бад мараказ хасаса, каид джейш, رئيس مجلس القضاء الأعلى وحاكم المصرف المركزي كلهما الطائفة المسيحية. Кроме того, следует отметить, что на ряд ключевых позиций, включая начальника генерального штаба, глава Верховного суда, руководитель Центрального банка, традиционно назначаются представители христианства. واسمح لي صاحب القداسة أن أنقل إليكم تحيات واحترام دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تحدثت إليه قبل زيارتي وتشرفي بزيارتكم. وطلب مني إبلاغكم تحياته واحترامه ويعني تمنياته أن تصلون للبنان تذكروه بصلواتكم خاصة وأننا نمر بأزمة صعبة وبحاجة إلى دعم الأصدقاء الكبار وعلى رأس روسيا الاتحادية والكنيسة الروسية بالدعاء والصلاة. Пользуясь случаем, позвольте адресовать вашему святейшеству наилучшие пожелания и теплые приветствия от премьер-министра Ливана Наджиба Микати. Я буквально недавно встречался с ним, и он просил меня адресовать вам эти теплые слова и пожелания, а также просил вас отправить молитвы за Ливан. Наша страна переживает непростые времена, времена кризиса, в условиях которого мы нуждаемся в поддержке наших друзей, а также Русской Православной Церкви, с которой нас связывают тесные отношения. We need your prayers, Your Holiness. We will pray. We pray now and we will pray. Yes. Great honor for us. Great honor for us. ونحن متأكدون أنه بلد عظيم مثل روسيا تحت القيادة الحكيمة والمسؤولة لسيادة الرئيس فلاديمير بوتين وتحت القيادة الروحية لصاحب القداسة البطريرك كيريل لا شك أنه سينتصر على كل المشاكل وكل التحديات التي يواجهها. Убежден, что благодаря мудрому руководству президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также благодаря мудрым духовным наставлениям патриарха Кирилла, ваша страна сумеет преодолеть все трудности и вызовы, стоящие перед ней. Russia is always great. It was and will be. Thank you. Thank you. Благодарю вас, ваше превосходительство, за ваш визит и за добрые слова, которые вы сейчас сказали. أشكركم سعادة السفير على هذه الزيارة وعلى الكلمات الطيبة التي تفضلتم بها. ليفان, с моей точки зрения, является вообще уникальным государством, где мирно сосуществуют и взаимодействуют и включены в государственную структуру как христиане, так и мусульмане.
إن لبنان دولة فريدة من نوعها حيث تشهد تعايش سلمي لمختلف المكونات الدينية وهم أداة جزء لا يتجزأ عن التشكيل الحكومي. Я неоднократно бывал в Ливане. Кунт мирарен в Ливане. Еще в то время, когда совсем было все спокойно и мирно, до тех грозных и тяжелых испытаний, которые обрушились на вашу страну. Хотя зурт балетком кабля лауда аль-вахима валь-мухифа, аль-ати ашат биха Ливан. И Ливан в те уже давнишние времена производил очень такое приятное впечатление, как уровнем жизни людей, как общей культурой, так и, конечно, тем межрелигиозным миром, который существовал в этой стране. وكان لبنان يتباهى آنذاك بمستوى المعيشية للسكان ومستوى الثقافي للناس وكذلك تواجد لتعايش السلمي ووجود السلم بين مختلف الأطياف. سويسرلاند. Швейцария, Востока. Да, так говорят, и в этом есть правда своя. Нам сахих, у нас хак. Потом, конечно, на Ливан обрушились большие испытания. Валяхакан мар Лубнан би тажруба. И мы сострадали, сопереживали ливанскому народу, постигших его тяжелых обстоятельств жизненных. كنا نتعاطف مع الشعب اللبناني في المرور بهذه التجارب. Но, к счастью, эти времена прошли, и сегодня Ливан занимает свое достойное место в семье народов и играет важную роль, в том числе и в сохранении балансов на Ближнем Востоке. ولكن لحسن الحظ مررنا بهذه الأوقات الصعبة والآن يحتل لبنان مكان مستحق في العائلة الشرق الأوسطية وله دور كبير وعملاق في الحفاظ على وجود التوازن بين مختلف الأطياف والأديان. Русская православная церковь имеет радость в течение 45 лет иметь в Москве достойного представителя и Ливана, владыку митрополита. Который является сейчас представителем вашей церкви, и одновременно он является, как мы считаем, в том числе и нашим большим другом. لوجود خلال 45 سنة الممثل الشريف والمشرف له المطران اللبناني وهو في نفس الوقت يمثل عن الكنيسة الأرثوذكسية. Ваш представитель долго живет здесь, 45 лет, насколько я понимаю, живет в России. ويعيش في روسيا لمدة طويلة 45 سنة. Да, и в течение этих 45 лет достойно представляет Ливан, ливанский народ и ливанских христиан в России. وخلال هذه الفترة يمثل بكل شرف للبنان للشعب اللبناني وللمسيحي اللبناني. Это такой уникальный случай, и мы очень радуемся тому, что владыка митрополит чувствует себя здесь как дома, потому что в каком-то смысле Россия стала его домом также. Инна ушей фарид мин науги каун анна кардасат матран яшару нафсу каану фи байте ясани. Вы знаете также, что, конечно, в течение целого ряда лет существуют многоразличные связи между православными христианами России и Ливана. تعرفون كذلك وجود سنوات طويلة من العلاقات والروابط التقليدية بين مسيحيي لكلا البلدين. В том числе русская церковь в меру своих сил пыталась и пытается помогать христианам Ливана. بما في ذلك أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كانت بقدر المستطاع تحاول المساعدة لمسيحيي لبنان. И могу вас заверить в том, что наши добрые отношения как к государству Ливан, так и к православным людям, и вообще ко всем жителям Ливана. Это очень такое твердое чувство и постоянное чувство. إنه المشعر من الاحترام والمساعدة للممثلي للطائفة الأرثوذكسية في لبنان هي مشعر ثابتة ومستقيمة.